Ну вот, мы подошли к чучелу. Вот такая вот чучело, она будет зажигаться. Музыку, пожалуйста. Ой, не буду горевать, буду танцевать. Всех мужиков с праздником, с 23 февраля, он уже у нас прошел. Вот, и все же нужно поздравить. To be heard, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, welcome to my life. Всем привет, чуваки, с вами Хоббит, и очень-очень давно вы не видели меня, и сегодня у нас 22 февраля, завтра будет 23 февраля, на часах 10 часов Алиска собирается, я уже тоже собираюсь, мы идем на Масленицу, да, так что будет в городе Масленица, там шашлыки и всякая фигня, вот, планировалось одно, в общем, получается второе, потому что там родственники заболели. В общем, мы идем по своей программе. Взяли фотик большой. Вот, будем фотографировать. И у нас на улице тепло. Но я, блин, иду в своей пушистой длинной куртке. Пойдем на улицу. Маленький такой ветер. И хотя у нас остался еще снег. Вот, но позитивное настроение прет. Вообще, мы сейчас идем в город. Да, осень наступила. Сегодня последний день. И ты, и я туда же. Весенняя, зима. Сегодня последний день зимы. Сегодня же Масленица. Вот, будет сжигать чучело. Все это вам прекрасно будет видно. Я сниму видео на большой фотик. Короче, будет вообще перемешка сегодняшнего влога будет. Из такого фотика. Вот. Так что, короче, сегодня масса будет интересных кадров. Сейчас проходим наш великий танк, который был еще поставлен со времен войны. Кстати, он, по-моему, даже участвовал в битве за наш город. Ты что, настоящий? Мы в детстве даже у него лазили, там по частям выносили мотор, короче. Ну, думала, этот, там уже давно все забито, туда уже не войдешь. Когда именно был маленький я, туда мы открывали, там люк такой, вот, там сиденье было. Короче, залазили туда прям. А я думала, он искусственный. Вот, а когда уже заканчивал школу и по пьянке, наверное, да, вот, залез. Можно было бы опустить. Вот, залезли туда. Ну, как хотели залезть туда, а он уже заваренный полностью. Там баки заварены. Ты специально уже сделали. Значит, раньше доверяли молодежи, а сейчас нет. Ну, надо думать. У нас прям солнышко. Прям вообще солнышко, тепло. Весна, ребята, весна. Кстати, всех мужиков с праздником, с 23 февраля, он уже у нас прошел, вот, и все же нужно поздравить. Ну что, мы уже пришли в город, здесь уже ездят пони, катают детей, там музыка играет, там карета вон с лошадкой. Сейчас я вам приближу, вы увидите ее. В общем, сейчас она будет возвращаться, и мы тогда уже посмотрим на это, на эту коняшечку. Всегда терялся в слове коняшечка или коня, как сказать, лошадь. Лошадь мне как-то не нравится, слишком... А, чуть-чуть какашку не наступил. Вот, люди катаются. Вот, мы видим их. Весело же, весело. А вон там белая лошадь. Ты больше на полный чем-то походит. Ну да, они мини-лошади. Все круто, вон карета стоит как раз. Людей, кстати, не очень много, но все веселятся. Ой, какая красивая лошадь. Да, черненькая. Вот, раз вот видит лошадь, это вот что-то с чем-то. Это красиво, нужно покататься. Ну да. В Адлере что? Они как козы, как собаки. Там ходят, да, эти, да, лошади. Вообще, как... я когда увидела, я офигела. Да, да. В общем, здесь очень-очень шумно. Я думаю, наверное, короче, включимся именно красивыми кадрами уже. А вот там уже сверху стоит чучело, которое уже подготовили для сжигания. Видно вам? Волк лишь жадина остался при своем. По делам ему жадюги, по делам. Вот так вот мы празднуем, смотрим сказку какую-то. Ну вот, у нас даже и блины раздаются с баранками, со всякой финюшечкой. Сейчас будут типа конкурсы какие-то и будут это все раздавать. Круто? Да. Праздник. Еще там сказка какая-то была, волчонок
Я так, кстати, суть сказки и не понял. Там что-то волк. Там, короче, все блины что-то ели, а волк с горчицей, видимо, поел. И, короче, ему типа ой-ой-ой, ну, они все гостинцы раздавали, да-да-да. А волк типа зажался в гостинице, и ему дали блины с горчицей. А, вот так вот, короче. Так что не будьте жматами. Вот, в принципе, подходим к самой сцене. Что у нас тут? У нас здесь стоит огромное чучело, звонят колокола, скорая помощь тут. Вот, ну да, там концерт, вон колокол стоит. Наверное, считают время, когда типа закончится зима. Вон, кто хочет позвонить, тот подходит и звонит. Круто. Девочка будет юным звонарем. Зимой прощаемся, на горах катаемся, блинами объедаемся. Дядь у тещи был в гостях, ел с кониной холодец. 3 недели с половиной хохотал, как жеребец. Масляна, масленица, масляна неделя. Мы блинов объелися и ходим еле-еле. Масляна, масленица, масляна неделя. Мы блинов объелися и ходим еле-еле. На масляной неделе санки с горочки летели. Милка с горки катится, сама как каракатица. Масляна, масленица, весело резвилися. Водка, пиво и вино, в общем, отравилися. Масляна, масленица, весело резвилися. Водка, пиво и вино, блинами отравилися. Ну вот, мы подошли к чучелу. Вот такая вот чучело, она будет зажигаться. Вот, только я вот не знаю, кстати, где будет зажигаться, тут или там. Ну, в общем, будет она жечься. А вот здесь вот у нас сцена. Там он выступает. И людей куча целая. Еще дует ветер. Ну и все, закончилось у нас представление. Масленица, сожгли чучело, я вам снимал это все. Вот, сейчас едем к маме с папой на блинный торт. Вот, не блины, так блинный торт. Масленица продолжается. Да, масленица продолжается. В общем, у нас здесь много, куча шашлыков. Вот, праздник, праздник. Ну, мы чудеснейшим образом, вообще чудо монтажа, оказались дома уже, приехали, уже 14:39. Вот, съездили до родителей, покушали блинный тортик. Вот, сейчас приехали домой. Вот, будем сейчас сидеть немного отдыхать. Алиска тут будет наводить вкусняшки какие-нибудь. Да, вот, я хочу делать хлебушек. Он где-то яиц понатырила. Вы когда-нибудь кушали столько яиц? Алиска кушала. Не правда. В общем, сегодня будет день еще домашних вложек. После того, что у нас было в городе, вы увидите. Блин, конечно, круто, но как-то пыльное все, блин, да, как-то огромное. Ветер вообще сегодня огромнейший ветер, и пыль вот это все поднимает. Да. И вот центр у нас был как труба, реально у нас сквозило прям очень сильно. Я наконец-таки заменил свою курточку, вот, отдал ее маме и забрал свою старую осеннюю коричневую курточку. Вот, в общем, все, мы дома и будем заниматься своими делами. Вы увидите все это попозже, потом попозже. Что-то монтажа это будет сейчас. Да. 18:12 уже на часах. У нас уже вечер. Вот, Алиска делает хлеб. Я смотрю YouTube. Залип прям жестко вообще на майке. А вот. И поставил скидываться фотки, чтобы обработать их также и видео. Чтобы вставить влог. И их полностью отрендерить вместе с красивыми картинками. Вот, чё, пойдёмте посмотрим, что там Алиска делает. Она вроде там заканчивает уже, как
как бы печь хлеб. Пришел я проверять, короче, она, оказывается, еще не спекла хлеб, я вам намного наврал. Вот, у нее только подходит тесто, она тут посуду моет, короче. Вот, и смотрит, что ты там смотришь? Я смотрю правила моей кухни, правила. Там уже финалы, осталось ровно несколько оценок, и наконец-таки, может быть, моя команда победит! Вот, короче, будем сейчас скоро кушать хлебушек, он уже подошел. Покажи, хоть похвастайся. Ну, это еще не все. Только тесто. Ну, понятно, что тесто. Ой, это только первый раз? Нет, это уже второй раз. Ну, ребята, запах-то... Запах вообще... вообще пахнет вкусно. Да, немного вкусненько. Пахнет прям вообще потрясающе пахнет. В общем, ладно, пусть делает Алиска свои дела, а я буду дальше заниматься фотографиями. А что ты делаешь? Я скидываю фотографии для того, чтобы обработать их, и как раз скидываю видео, чтобы зарендерить его в вас вот сюда, вот во влог. А что-то ты как-то это так грустно говоришь. А потому что я залип на Ютубе и сижу. Я нифига этого еще не делал. В общем, короче, пошел я заниматься полезными вещами. Майк залип. Ну вот, обработал фоточки, закончил сейчас обрабатывать, сохраняю. Ну и результат, я думаю, вам налицо вообще с левой стороны то, что было и то, что стало. Не знаю, как вам там видно, но результаты есть, и это круто. В общем, я обработал видео, Алиска там уже доделывает хлебушек, уже там моет полностью все. Будем сейчас пить чаек со свежим хлебушком. Да, прекраснейший ужин, блин, поздний, в 19:36. Вот, в общем, сейчас буду кидать видео для того, чтобы склеить этот влог. Вот, ну и потом мы закончим его и... Ну что, я пришел к Алиске. Оу, вы только поглядите, какой он прекрасный. Ух ты. А вот вообще. Вкуснятина. Булочка. А еще сейчас скинул фоточки, которые я обработал на планшетик. Вот, потому что я постоянно проверяю оценник. Потому что у меня на компьютере экран немного врет. Так, я должен это сделать. Вот так вот вышли фоточки. Прикольненькие. Мне нравится. Очень нравится. Алиска не остановилась, короче, на хлебе и решила сделать наггетсы. Вот, она сейчас валяет куриное мясо в желток. И... Ну, желток, это яйцо полностью. Ну, это же... А, это яйцо полностью? Полностью, да. Ну, короче, рассказывай, что ты сделала. Ну, сначала курочку, чуть ли курицы порезала кусочками. Вот она. Да. Потом туда добавила специи. Вот. Потом немного муки туда добавила. Вот. Все это перемешала. Размешала яйцо. Теперь макаю курочку в яйцо. Потом макаю в это, в печенье, в крекеры, которые я разбила, размельчила. И на этот, на как его называют? На противень. И запекаться. И будет вкусняцкие вообще наггетсы. Мы будем кушать наггетсы. Когда мы будем их кушать? Ну, не знаю, минут, наверное, через 30. Только соуса, блин, нету никакого. Через 30 минут будем кушать наггетсы. Ну вот, Алиска уже сделала всю свою прекрасную стряпню. Вот так вот все это выглядит. Мы сидим, смотрим фильм, пьем кофе. Я пью кофе. Алиска пьет крокоде. Вот, вот такие прекрасные наггетсы, там огуречек. И притворись моей женой фильм. Вот, в общем, приятного аппетита, кто не кушал, а кто кушает. Что я сказал? Приятного аппетита, кто кушает, и пойдите покушайте, кто не кушал еще. Давайте, я буду есть. В общем, все, чуваки, день закончился, мы уже покушали, налопались до отвала. Вот, сейчас будем ложиться, что-нибудь поглядим и уже заканчивайте этот день, пора, будем спать-то.
Вот и Алиска пришла. Че ты напялил мой шарф? Я вообще работник Сбербанка. Да мой рабочий шарф, он не носится не так. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всего вам доброго. Инстаграмьте и подписывайтесь на мой инстаграм. Нас уже 600 человек! 600 человек! У тебя, кстати, тоже там каждый день добавляются? Да, кстати, у меня там 300 с копейками. Ребята, мы вас всех любим и следите за нашей жизнью. Пока-пока! Давай, шлепни по камере. Всем привет, чуваки! С Новым годом! 2015! Букет Алиски, который я подарил на день рождения. В общем, нужно добыть хлеб. В этом году, я прям обещаю, буду учить скороговорки и буду...